Троицкого монастыря делали по заказам, и различные другие изделия. Некоторые, вот, например, вот эти, вот они уже как бы в прошлом сделаны изделия, они сняты с производства или сделаны по заказу. Дальше мы с вами идем, видим красивые изделия, уже расписанные и кобальтом, смотрится по-другому немножечко, да? Возможно, вот как раз три, видите, вот здесь вот. Если вот вдаваться в историю, то сначала вот были в каждой деревне артели. Вот на протяжении 7 километров Егорьевского шоссе все считается регион Бжели. Вот мы первое, село Бжели, родоначальник села Бронцево. Вот в советское время, в 1972 году, нас объединили в одно объединение Бжели. Да, сделались отдельными ООО. У каждого свой директор, у каждого свое направление. Но вот сейчас у нас 4 действующих завода. Еще раз говорю, что каждая форма свое изделие. Как правило, это изделие состоит из нескольких частей. Легко обрезается, эти обрезочки идут в переработку. Вот, вот, да? Вот оно, потрогать. Конечно, вот оно. Видите, оно пойдет вот это все в переработку. Так называемую ручку. Окунают в эту же глину, которую заливали форму. Это не клей никакой, именно глина. Пойдут опять на сушку, естественно. Она, как вы видите, черного цвета. Видите, на стеклышке лежит темная и светлая сторона. Вот это называется московая теневая роспись. Художники два раза по одному месту не проводят. Не получится тогда вот именно теневой росписи. Поэтому мазок он делается с одного раза. Это действительно техника бжельской росписи. Давайте посмотрим вот на это расписанное изделие. Смотрите, вот был чайник расписан. Теперь его берут, так у нас белую жидкость, и становится оно белым буквально на глазах. Рисунок не смывается, рисунок остается под глазурью. Поэтому и роспись наша называется подглазурная. И так с каждым изделием. Все вот на полочке стоят уже заглазурованные изделия.